Воспитатель России, живет и работает в Колпино. Учитель физкультуры 456-й школы Виталий Колосов стал лауреатом конкурса педагогических достижений. Стать педагогом Виталий Колосов решил в 16 лет. Будущую профессию выбрал, глядя на своих учителей по физкультуре. Теперь он преподает любимый предмет в 456-й школе, где когда-то учился сам. Кстати, Виталий Львович раньше профессионально занимался лыжными гонками. Преподаватель, однако, признался, спортивное прошлое ему мало пригодилось в работе с детьми. Больше помогает любовь к профессии и своим ученикам. Я раньше не любил играть в волейбол. Он у меня этому научил. Я полюбил это и... более-менее научился. Подопечных Виталий Колосов также учит элементам легкой атлетики, баскетбола, футбола и даже гимнастики. Только так можно воспитать разностороннюю личность, уверен преподаватель. Свои педагогические разработки он представил на конкурсе профмастерства воспитателей России. Его участникам предлагали описать ноу-хау, которые они используют в работе. Виталий Львович подчеркнул, школа будущего должна стать вторым домом для детей. Работа, она идет целенаправленно не только с ребятами, но и с родителями. То есть у нас в школе есть клуб, спортивный клуб, где дети ходят, занимаются спортом тем или иным. Хотелось бы, чтобы эти виды спорта расширялись. По итогам смотра Виталий Колосов занял почетное второе место. Шутит, даму пропустил вперед. Учитель признался, что конкурс стал для него не только возможностью представить свои разработки, но и обменяться опытом с коллегами по педагогическому цеху.